жарко, да? Да. Холодно сейчас. Ладно, я сейчас прочитаю, что Максим написал. А, ну да, закрой, Лёха. Это на 3 часа. Там глупости есть тоже. Да. Тогда будем читать. Я... Что хотел сказать, у меня как бы Бог обратил мое внимание на некоторые вещи, вот после того, как мы пообщались на эту тему, чтобы сделать что-то подобное, да, что сейчас происходит. Максим приехал, рассказал, и потом я размышлял, и Бог обратил мое внимание на такой момент, который я хочу передать сегодня, чтобы мы как имели. Были готовы, скажем так. Я не так давно приехал из Ретова. Меня Алексей зовут. Кто не знает. ОМОН. Ну там меня называли. Меня называли ОМОН, да. Даже некоторые думали, что это мое имя. И да, я приехал, перебирал старые фотографии, как бы. И там была армейская фотография одна. И на ней там мои дембеля, да? Вот. И в армии меня звали Леон, не ОМОН. Леон киллер, мы. Лев, что ли? Да. Ну это не потому, что я супергерой, потому что у меня фамилия Леонов. Поэтому меня звали Леон, да. И там такая надпись, я ее прочитал, и там написано: Леон, все, что хорошее, да, ты помни, а все, что плохое было, забудь. Дембелям написали, да? Сами понимаете, как в армии. Что это означает? Чтобы я все плохое забыл, а хорошее принял к жизни. Я что вижу, что мы многие, да, почти все здесь были в Рету, и, ну, знаете, совершенного места не существует. Но есть что-то ценное, что мы приобрели там. И, как Максим сказал, продолжение. Продолжение это не означает копировать то, что раньше было. Почему? Потому что даже если возьмем в пример Ветхий Завет и Новый Завет как аллегорию, то новозаветная вера в Иисуса Христа это продолжение той иудейской веры, которая была. Это не какая-то новая религия, да? Это по истории христианства всем известно, что преткновение начиналось именно в тот момент, когда появились христиане, и некоторые воспринимали это как новую веру, но это не было какой-то новой веры. Это было продолжением того, что было в иудаизме. Да? Иисус пришел из евреев, и это совершенно другая эпоха. Да? Мы живем в совершенно другом мире. Почему? Потому что был Иисус. Он сделал то, что не имело места в Ветхом Завете. И было излияние Духа Святого. И мы сегодня имеем другие возможности, нежели в Ветхом Завете. И у нас другое направление в жизни. Но это было продолжением Ветхого Завета. Сейчас мы живем в новозаветное время, это было продолжением Ветхозаветного времени. Тогда я для себя понимаю, что то, что было самое хорошее, я должен оставить для себя. Да, в том прошлом, которое у меня было на протяжении последних 15 лет. И то, что было плохое, я должен это забыть, мне это не нужно. Все, прожили, проехали, все. Но то, что ценное мы вынесли, да, из того опыта, который у нас был там, и то, что мы приобрели ценное за эти годы, когда находились здесь, потому что кто-то раньше приехал, кто-то позже, но тем не менее, кто-то продолжал жить христианской жизнью. И даже если кто-то отошел, все равно Бог, я уверен, что-то говорил и направлял. И мы должны вспомнить, мы должны собрать все это, да, в своем сердце, все те слова, которые Бог давал. И я помню ценное из того, что было, да, в всех собраниях, то, что я не хочу оставлять, это готовить сердце подобным собраниям, чтобы не приходить на них просто для того, чтобы прийти, чтобы приходить к Богу, а не к человеку, да, и чтобы Бог действовал, чтобы его присутствие, оно сокрушало сердца неверующих, чтобы его присутствие, оно наполняло сердца верующих и поддерживало, укрепляло и вдохновляло, и чтобы это не было просто религией, традицией или каким-то просто клубом по интересам, что вот мы где-то были, и мы теперь вот здесь такие, мы вот этим занимаемся. Нет, Бог должен быть центром нашего внимания, всего происходящего, и Святой Дух должен руководить тем, что происходит здесь. Да? Мы должны вынести все самое лучшее из своих сердец для того, чтобы
это продолжалось, если это угодно Богу. И мы знаем, что да, если Богу угодно, в Библии написано, то это продолжится. Если нет, то это закончится. И на этом можно, как бы, как сказать, ну, то, что от Бога принесет плод. Но то вот предупреждение, которое я получил в свою жизнь, просто слово от Бога, которое было мне сказано, как напоминание, как на то, чтобы, на то, на что я должен был обратить внимание, я думаю, что вам я должен это передать. Почему? Потому что мы здесь находимся, мы никогда не делали таких собраний. Это первое собрание. Да? И мы должны помнить, что когда Бог начинает свое творение, начиная с Эдемского сада, Он только сотворил мир, да? Он только сотворил человека, Он только дал ему заповедь. Все было весьма хорошо, да? И пришел кто? Змей. И сразу начал работать. Не, это подлинно ли сказал Бог? И действительно ли это так? И сразу мы что видим? Как бы? Грехопадение, да? Дальше мы читаем, Иисус в притче рассказывает, что семя, которое было посеяно при дороге, его птицы прилетели и склевали. И он объясняет, что это дьявол, да, который пришел, забрал это семя. И все. Были и другие семена, которые были посеяны в почве. Понятно, там уже были другие проблемы. Там были камни, там были сорняки. И в самом хорошем случае там был плод. Но было одно семя, которое дьявол просто похитил. И это тоже, заметьте, в самом начале какого-либо творения. То есть, когда сеятель сеет, это начало творения, это еще не плод, правильно? Семя только падает, оно еще не принесло никакого плода, но оно имеет огромный потенциал в себе, потому что семя — это семя. Его просто нужно посадить, и Бог все остальное сам сделает. Это семя, в котором есть жизнь, которую Бог дал. И это происходит опять в самом начале творения. Потом он уже не может это сделать. Потом не описывается, что прилетели птицы. Потом говорится, что были камни и сорняки. Это другие проблемы. Но в самом начале, да, когда только разбрасывается это семя, враг приходит и ворует его. И даже в жизни, да, с Иисусом мы видим ту же самую историю. Когда он был младенцем, дьявол хотел его погубить, будучи младенцем. Погибли все другие младенцы, кроме него. И знаете, что произошло? Что ангел Иосифу сказал какие-то вещи. Бери младенца, жену и беги в Египет. Они ушли, пострадали другие, да, но он остался жив. И это тоже в самом начале творения. Представляете, что могло бы быть, если бы Иосиф был непослушен ангелу? Просто зачем мне это нужно? Идти в какой-то Египет и так далее, да? Понятно, что у нас это в голове не укладывается, но иногда мы так поступаем. Иногда мы так поступаем и просто становимся непослушными Богу. И тогда дьявол похищает то ценное, что Бог хочет насадить, что он хочет создать, что он хочет вырасти. И это происходит в самом начале, когда он может действовать вот таким образом, взять и украсть. Поэтому, чтобы увидеть, от Бога предприятие или не от Бога, нужно постараться. Нужно сохранить то слово, которое мы имеем. Нужно сохранить то, что мы хотим начать. И мы можем увидеть плод или не увидеть, это будет дальше. Но в самом начале мы не должны потерять это, просто как бы разбрасываясь этим. Да? Вот, поэтому мое видение, как бы мой призыв вот к каждому здесь, что да, в самом начале дьявол начинает именно действовать так. А зачем это нужно? А мы каждый ходим в свою церковь, а у нас есть там как бы свои заботы, свои дела и так далее, и тому подобное. Я не знаю, что произойдет из всего этого. Но если это является продолжением, это не будет копией того, в чем мы раньше жили и обитали. Если это будет продолжением, это будет нечто новым. Но здесь будут присутствовать те люди, которые любят Бога. Да? Которые хотят и желают приходить в собрание, чтобы Бог здесь действовал. Чтобы Дух Святой двигался. Чтобы Его присутствие меняло сердца, меняло жизни. Да? Чтобы было такое место, где люди могут изучать Слово, могут слышать проповеди, да, в которых нет ничего лишнего, как мы вчера говорили. Мы проповедуем, немало не повреждая Слово, да, не повреждая Слово проповедуем. Что мы вынесли, я вынес из того места, где я родился и где я жил, где старались отбросить всякую шелуху. Но чтобы это не превратилось тоже в очередное просто религиозное собрание,
где люди приходят и там поклоняются стоя, а здесь поклоняются сидя. Нет, евреи сейчас от этого ушли. Хочешь поклоняться стоя?